Ты как всегда за мой счет. Мы все-таки нашли место, где можно пожрать. Ай, хорошо. Наконец-то мы выбрались на природу. Так хорошо погулять в жаркую погоду в Москве. Тебе здесь все нравится? Блин, палец мешает. Тебе здесь все нравится? Ой, как красиво. Красота. Скоро приедет нам автобус. А ты говоришь, куда мы поедем? Как называется? На левый берег. На левый берег. Слушай, говорят, на дне каждого бачка, такого переполненного, лежит золотой браслет. Можешь посмотреть? Я это вчера вычитал. Не люблю браслет. Что ты с тобой? Что с тобой? Ты где была? В Сантьяго? Сейчас мы все увидим. А вот так у нас работает. Ты как всегда за мой счет? Наконец-то мы покинули хорошие пейзажи нашей необъятной родины. А все говорят, что в переходе плохо. Там такая хорошая атмосфера по сравнению с этой жарой, которая идет последние дни. Сейчас мы будем вылезать из этого подземного перехода. Слева от нас увидим Москва-Сити. Вот они, высокие дома. Какая красота! А это, по-моему, бизнес-центр, да? Братан, полей нас немножечко, а. Я сейчас хотел, чтобы... Вообще здорово. Смотри, тоже хочется. С моста спускается. Кто? А? Шум просто пиздец. Сейчас мы идем на какой-то дикий-дикий пляж. Ты с собой спринги взяла? А самое хуевое, самое плохое, то, что там нету ничего пожрать. Мы же в каждом видео снимаем, так как мы употребляем что-то в пищу. Будем искать. Как ты могла такое допустить? Ну, когда говоришь, это здесь хотел. Ну что, мы не ошиблись с нашим адресом, да? Мы все-таки нашли место, где можно пожрать. Это самое главное. Если там бы не было этого, мы бы оттуда ушли и сказали бы, какой у вас плохой берег. И все такое. Так, ищем, изучаем карту. Даже если у нас были бы проблемы с топографией, мы бы нашли, где пожрать. Ну все, мы погнали жрать. Шучу, мы просто погуляем. И поедим. Найдем каких-нибудь телок, да? Или мужиков. Мужиков-то зачем? На тёлки нам зачем? Ну как, это же тёлки. Что-то как-то настолько грязно. Смотрите, к нам едет. К нам едет дикий велосипедист. Ох, ё-моё, Серёжа, как мы здесь спустимся? Сейчас посмотрим. Речка, небо голубое. Так, ну-ка глянем.
Сейчас узнаем, какая у нас доступная среда. А, ну никак мы здесь не спустимся. Мы пойдем. Да, мы. Мы пойдем в обход. Через МКАД? Через МКАД. Вот такая вот у нас доступная среда. Здравствуйте. Фасада вот такая. А в некоторых местах вообще пандуса нет. А лучше здесь. Ну давай рискнем. Нет. Мы с тобой одноклассников в доме жили. Знаешь, как красиво у них это? В этом? Да. Это же мой район, я же здесь выросла. А здесь у тебя весь класс живет? Ну, очень много здесь живет. Это раньше была школа-интернат? Ну что, опять лестница? Сейчас посмотрим. В нашу сторону плюнули. Ну, сейчас посмотрим, насколько здесь. Вот видишь, там на этом... Нет, ну, с колясками проезжают. Там мост, конечно. Ты видишь, на мосту светофор. Посередине на мосту светофор есть. Вот где красный ромбик, левее его, около столба. Ну, если тут гуляет мама с детьми, то, наверное, нам повезет. Прям какой-то курорт. О-о-о. Сейчас проведем социальный эксперимент. Ну, сейчас найдем какого-нибудь доброго. Вон там. Давай посмотрим, поможет он нам или нет. Я поставлю тебе пока микрофон. Давай. Давай, давай. Парень, конечно, молодец, ему большое спасибо. Но он тут уже, видать, не первый раз бывает и сказал, что там будет вообще не пробраться, не пройти лестница. Сейчас мы находимся в Люберцах. Чё? А? Вот как раз мы видим снова доступность. А, нет, тут получше. Слегка получше, чем там. Вот, он пошел. Блядь, дождь начинается. Все, осень пришла нежданно. Ветрюга, сейчас походу ураган будет, да? Такую жару представляешь, какая будет гроза? А мы выехали в такую погоду погулять. Сереж, пляж уже не обещаю, но по дворам покатаем. Хотя бы по дворам. Классно, да, здесь так листвы? Вообще, мне очень зеленый район. А ты заметила? Ой. Тот парнишка, который согласился помочь, разговаривал с тобой. Надо людям надо проводить тренинги. Ой, ну да. Давай сбегаю, гляну, тут есть места. Давай, блин, беги. Я не понимаю тебя. Ну что? Ну так-то там все занято, но как-то на улице освободиться. Там, в принципе, есть и шашлык можно взять. Из напитков только пива. Ну, всякие там пирожные, вот такое все. Давай мы сюда отъедем, покурим. Булочка. Сейчас пойдем нажремся. И хачапури, да? А еще шашлык. Люля, салатик. Люля, салатик. Самое главное, это еда. Я пойду? Нахуй нам, нахуй пляж. Да? Я пойду? Давай. Да? И пиво еще возьми, пожалуйста. Ай, хорошо. Долго будем ждать. У нас происходят дебаты. О, так. Началось в деревне утро. Там женщинам что-то возникает. Как думаешь, она выпила или сама такая по себе? Я буду кричать так громко, что вы даже не услышите свой выстрел. Вам нужно
А ты что скажешь? Ну-ка кричи, жрать давайте срочно. Говорят же, нужно быть спокойным всегда. Только что нашли деликатную тему, как избавиться от прыщей, если у вас бьют гормоны. До этого иногда нужно просто трахаться. Обратите внимание на это лицо, у нее ни одного прыща, ни одного. Запомните, в хвост и в гриву. Он нам что-то несут. Спасибо. Греческий салат. О, я так люблю его. Цезарь. Ой, вкусная пища. Вкусно? А цезарь разве едят не слоями? Нет. Возьми себе цезарь. Свежо. Следом цезаря. И она даже не толстеет. Что там? Она не толстеет. Это парадокс. И нет прыщей. В чем же дело? А вы случайно не армяне? У нас просто есть друг Арман Ашотович. Мы только одно знаем выражение. Похчка только знаем. Да. Это он нас там учил. Обязательно передадим. Горячее? Вот что, ага. Только подгорело немножко. Ничего не понятно. Я сейчас это срежу. Срезать? Да. Их съесть, что ли, лепешечку? Шашлычок, небольшая порция, три люляшечки. Нас одолела небольшая олень. Ну что, может, на пляж? А? Надо бы. Это не хочется ни хера, да? Включи и танцуй со мной. 100 000 ярких.